девочка идет очень артистично. Даже в крайней смешке призовы разумовки для родителей в порядке. Но самое время и артистично была Анастасия, младшая сестра. Девочки были очень нужны будут заботы. Настолько же для своей компании любимые отдельные имя, в которых записывать все свои письма. Вот вам. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Конечно же, нельзя сказать на воспитание наших детей. Им полностью занималась сама Александра. Не терпела никого между собой детьми, кроме других воспитателей, губернаторов. Учитель Александра Федоровна также выбирала самостоятельно, и даже некоторых уроки во время ареста императорской семьи тоже была сама. Детей она воспитывала весьма аскетично, так же, как когда воспитывали ее. Впрочем, дети не играли. Младшая девочка нашла 20 старших и спать в складных походных кроватях и много людей. Александра Федоровна была идеальной женой. Никогда не повышала волосы и считала, что воспитывала мужа лично во время. Во время Первой войны Александра Федоровна станет операционной. Старшие девочки также пойдут в свой новый госпиталь. Младшие смогут погодиться, но они будут правильно вот эти госпиталь. Стирать бренды, подшивать рубашки, писать. К сожалению, во время этих работ девочки заразятся. Во время ареста императорской семьи практически полностью выпадают в гости. Поэтому на все православные праздники семью Александра Федоровна